саженцы клематиса гибридного перида отличаются морозостойкостью, неприхотливостью в уходе, обильным цветением. Вырастают до 1,5-2 метров. Можно использовать как для вертикального озеленения, так и в качестве почвопокровного. Можно выращивать в контейнерах. Период цветения – май-август. Цветочки среднего размера, диаметром от 8 до 12 см, окрашены в шикарный красно-пурпурный цвет. Высаживать саженцы клематиса гибридного перида рекомендуют в рыхлые почвы на хорошо освещенные или частично освещенные участки. Чтобы многолетник лучше разрастался, нужно проводить ежегодную обрезку. Клематис гибридный передает лианы высотой от 150 до 200 см. Окраска цветка красный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 10 до 15 см. Обрезать растение нужно на высоте 50 см. Клематис гибридный переда создал Вильям Стравер, Германия. Годом создания растения считается 2002. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.